Седьмая международная научная конференция начала свою работу на филологическом факультете вуза. Право открыть мероприятие своим докладом было дано члену-корреспонденту Национальной академии наук Александру Лукашенцу. Профессор уже не одно десятилетие работает над актуальной темой значения белорусского языка в современном обществе. Где и как часто можно услышать белорусскую речь? Почему говорить на родном языке важно? И, наконец, какие факторы влияют на популяризацию белорусского языка? На эти и другие вопросы ученый дал ответы в своем докладе и показал, что белорусский язык – это своего рода определитель национальной культуры нашего народа. Мова в этом выпадку, она является таким интегрирующим фактором, який об'єднує націю. А у нас тут існують певні проблеми, які на і в першу чергу проблеми такого соціально-психологічного складу, які на які треба звертати увагу для того, щоб саправди мова у нашій сучасності стала от тим фактором, який може об'єднати нашу націю, наш народ. І в цьому сенсі я лічу, що при певних умовах менавіта білоруська мова може стати той національною ідеєю, яка і саправди буде фактором годності особи і гонору нації, фактором одинства нації і буде содейничать престижу нашей державы как незалежной славянской краины у всесветной супольности. Александр Лукашенец – один из 86 участников конференции, которые выступили перед аудиторией за своими докладами. В то время как всего заявок на участие в научном мероприятии было подано 150. Эта цифра говорит об интересе и популярности к проблемному полю конференции со стороны ученых-славистов. По словам заместителя председателя Организационного комитета научного форума Ольги Переход, высокий международный статус конференции поддерживают делегации из России, Польши и Украины. Наша область расположена в месте пересечения трех славянских народов. Это украинцы, белорусы и поляки. И я думаю, что проблемное поле конференции, те вопросы, которые будут обсуждаться на секционных заседаниях, будут интересны для ученых из разных славянских стран. Все доклады, которые были озвучены на международном форуме, будут в дальнейшем опубликованы в сборнике научных материалов. Нет сомнений, что данное издание, собравшее в себе результаты работы представителей разных ученых школ, станет хорошим подспорьем для студентов и преподавателей филологического и не только факультетов для изучения того или иного вопроса в сфере языкознания.